Начало боев в 11 часов. Представляю боксеров. В красном углу Ярослав Антипов, Московская область. В синем углу Никита Гладышев, Воронежская область. Закончился бой. Досрочно. И в этом бою, как вы все видели, победу ввиду явного преимущества одержал Ярослав Антипов, Московская область. Уважаемые представители команд, просьба собраться у стола главного судьи.